Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам, как легко нарисовать объемный рисунок. Мы нарисуем объемную четырехконечную звезду. Нам понадобится линейка и карандаш. Легче всего нарисовать такую фигуру на листке в клетку. Начертим две одинаковые оси. Наносим отметки на оси с шагом в одну клетку. Теперь просто соединяем линиями самую дальнюю отметку на одной оси с самой ближней отметкой на другой оси, так как это показано на нашем видео. Аналогичным образом соединяем и все оставшиеся отметки. Остается только заштриховать получившиеся клетки в шахматном порядке. Звезда готова. Но если вы хотите добиться 3D-эффекта, который будет видно на фото или на видео, звезду придется немного видоизменить. Возьмем чистый лист А4. Начертим вертикальную ось в 2 раза больше, чем горизонтальную. Количество отметок на осях останется одинаковым, разным станет только расстояние между ними. Проводим линии. Заштриховываем. Теперь отрежем лишнюю часть листа. Для придания фигуре объема обозначим тень на бумаге. Остается только выбрать правильный угол обзора и фокусное расстояние, чтобы добиться идеального 3D-эффекта. Также при этом желательно снимать на камеру с фиксированным фокусом. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, заходите и подписывайтесь на наш канал.